The Russian team, do you feel today you get the respect you deserve for your results? Оглядываясь назад на всю эту ситуацию с допингом русской команды, ты чувствуешь себя уверенным и уважаемым спортсменом, результаты которого, которые ты покажешь здесь, будут уважаться? Подожди, Саш. А что было доказано, что в России был применялся допинг? Елена, if it was is any approval that Russian athletes used doping? I didn't say that. I put it in a context. Я этого не говорил. Я в целом в контексте имел в виду. Ну вот в целом в контексте в российской команде допинг не применялся. И, по-моему, вы должны прекрасно знать, что мы выиграли все суды. Поэтому прошу вас эту главу или эту книгу поставьте, пожалуйста, на полку и давайте начнем все с чистого листа. So you should know that in context and the whole in the common Russian athletes never used doping, and as you all know, we won all the courts. And I really ask, kindly ask you to close this book and put this book on the shelf. But Yelena, do you feel you're treated as a team in a different way than, for instance, the Norwegian team? Но вам не кажется, Елена, что к вашей команде относятся по-другому, чем к норвежской после этого всего? Мне так не кажется. Если кто-то относится по-другому, то это, собственно говоря, их проблема. I don't feel that, but if somebody treats us in another way, it's their own decision and their own point of view. But always you get these kind of questions. I understand you're fed up with it, but still, it's a part of the history. Is it okay to ask you about it and you answer or not? No. Это часть истории, это произошло. Я понимаю, что вы уже наелись такими вопросами, вам их постоянно задают. То есть вы будете против или не против, если такие вопросы будут задаваться? Если вы хоть немножко уважаете спортсменов, я думаю, что рано или поздно надо с этим закончить. If you have a slight part of respect to the athletes, sooner or later you should close this topic. Спасибо. Спасибо.